За лето лагерь «Надежда» оздоровит около 1000 детей. Первая смена приедет сюда 16 июня. Готовность лагеря оценивали пожарные, специалисты по трудовым отношениям, органы опеки, общественники, сотрудники администрации округа. По итогам работы прозвучало только одно замечание. Вышли изменения в июле месяце. Технические регламенты требования пожарной безопасности, в котором сказано, что учреждение, где находятся круглосуточно дети, должно быть вывод на 0,1. В данный момент учреждение не имеет такого вывода на пожарную охрану именно непосредственно. До приезда детей еще достаточно времени. В целом лагерь признали готовым к работе. Администрация учреждения уже полностью укомплектовала штат сотрудников, включая медперсонал. Детей ждет энергичная развлекательная программа. Начальник управления образования Наталья Чеснейшина напомнила, что во время работы «Надежду» также будут посещать выездные комиссии. Сейчас понятно, все чисто, аккуратно. Все. Период работы лагеря прошу также поддерживать чистоту, чтобы замечаний, те, которые были прошлый год, в учле не было. Проверка лагеря «Астероид» прошла за день до того, как в него заехали дети. Учреждение также оказалось полностью готово к такому экзамену. Главное новшество этого сезона – открытие бассейна. На это комиссия обратила особое внимание. В первую очередь выдержаны все требования по безопасности при строительстве бассейна, при его комплектации и так далее. Плюс проведены инструктажи сотрудников, подготовлены инструкции. Ну и прежде чем использовать бассейн, мы будем дополнительно инструктировать детей. И в «Астероиде» не обошлось без нарушений. Отсутствует аттестация рабочих мест. Безопасность детей всегда на первом месте, но также оздоровительные учреждения должны соответствовать всем нормам закона. Предварительная проверка на этом завершена. Однако в процессе работы летние лагеря будут посещать ознакомительные комиссии. Евгений Талов, Матвей Мугер, Телемикс.